Более 400 общественных территорий благоустроили в Приморье за несколько лет по проекту формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда». Скверы, парки, аллеи, площади с фонтанами – в порядок привели те пространства, которые выбрали сами жители края. Помочь сделать свой город или поселок еще комфортнее может каждый. Сделать это теперь легко и удобно через единую всероссийскую онлайн-платформу 25.городсреда.ру. Онлайн-голосование за объекты благоустройства 2022 года пройдет с 26 апреля по 30 мая. Принять в нем участие может любой житель Приморского края старше 14 лет. Для этого необходимо будет зайти на платформу, авторизовавшись с помощью госуслуг, выбрать муниципальное образование, ознакомиться с представленным списком общественных территорий и выбрать ту, которая, на ваш взгляд, должна быть благоустроена в первую очередь. Не упусти возможность участвовать в развитии родного края.